Девочка, клади его. Держите паспорт. Тут 7 у меня. А ты ручной хватит? Да, да. Там сидим на клеврата, пожалуйста. А вторая точно такая же. Зачем? Все равно ее у нас 2 билета. Помимо сумок что-то есть еще? Вот еще у меня. Нужен? Ноутбук тут. Нет. Все снимает? Да. Угу. Ничего вешать не будете? Нет, мы сейчас не будем. Хорошо, спасибо. Посадка с третьего этажа, выход номер 10. Так, третий этаж нам нужен, да? Да. Угу, возьми. Спасибо, хорошая работа. Хорошо. Закончить уже. А почем стоит вот такую сумочку упаковать? Сколько? 1208. То есть 1200, да, сейчас. Что-то продают. Сколько вода стоит? 100 рублей, да? Лель, да? Че, 120? Лель 0,065, 120. Ты чего? Магнитики. Холостепок нет? Нет. А вообще не знаете, в зале где-то есть, нет? Есть, нет. Нету, да, нигде, да? Наверху уже. А, наверху еще, да? На третьем? На третьем. Там тоже, да, продажи идут? На третье, может. Поехали на третье. Сувенирчики, ничего такие. А чем они? 4400. 3500, да? 3350, да. Сразу. 2900, видишь, поехали. Это самое оптимальное. Ну да, самое, да, вот 2900. Да. Ну, пошли. А почем у вас пивко, скажете, нет? А? Вот пивко, почем? По какой цене? Пивкова нету, бутылочная, вот 400 рублей. 0,5, 400 рублей, да? Угу, спасибо. Чекушечки вон есть. А вот чекушечка, русский стандарт, сколько такая маленькая? 500 рублей. 500-очка. Угу, спасибо. Пойдем.
детишки, видишь, играют. А почем вот такая бутылочка стоит, не подскажете? Девушки спрашивают. Альмеку смотрите, да? Да. Подскажи, сколько бутылка стоит этого джина? Какая? Джин, Альмек. Джин. Прям бутылка целая? Да, целая. Окей, сейчас получается, если 0,7, 16. 16 тысяч, да, идет примерно, да? Средняя будет, да? Окей, подождите. Атела, посадка идет, давай побыстро. Правильно. Правильно? Да. А что, снимаешь? Ну. А, подписчикам показывают. Сколько? 9 785. Спасибо огромное. Братское сердце, возьмите. Ну, такие вот ценники, ребят. Все совпало, так, спасибо. Так, куда идем мы? 25-й ряд, у вас Б и С, это серединка и у прохода справа. Добро пожаловать. Спасибо большое. 25. Дальше, хватит нумерации на полочку. В самом заду. Да ну, середина, ты чё, какой зад? А? На крыльях на этих сидеть. Конечно. Правую сторону. Почти зад, да. Вот 25. С и Б. Мое тоже поставишь? Давай, пропустим. Ну, конечно. И заходит маленько потихоньку. Ставлю, давай. Сейчас телефон,
Да, вообще, да. Эконом. Дядька пузатом вообще. А мне не подходит. Туда надо самый вот. Первый брать. О. Вот как ты. А мне-то не подходит. Нет, да? Электронные устройства большого размера размещены на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Ladies and gentlemen, we are preparing for take-off. Please turn all electronic devices, mobile phones to flight mode or switch them off. Ensure that your hand luggage, laptops and other large electronic devices are stored on overhead bins or under the seat in front of you. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Аварийные выходы оборудованы надувными трапами, расположены в передней, средней и хвостовой частях самолета. This aircraft has 8 emergency exits. The emergency exits are equipped with egress lights located in the front, middle and rear parts of the aircraft. Выходы обозначены световым табло. The exits are marked with illuminated signs. Светящаяся дорожка указывает направление к выходам. Обратите внимание на ближайший к вам выход, может быть впереди или позади вас. The escape path light along the aisle will guide you to the exits. Please locate the nearest exits to you. It may be in front or behind you. При падении давления в кабине кислородные маски выпадают из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen mask will drop down from overhead panels. Для подачи кислорода резко потяните маску на себя. Прижмите маску к носу и рту, закрепите, дышите нормально. Обеспечьте маской себя, прежде чем помогать другим. To activate the oxygen supply, pull the mask towards you. Secure the mask over your nose and mouth, breathe normally. Put on the mask first before helping others. А сейчас мы просим вас застегнуть ремень безопасности, привести спинку кресла в вертикальное положение, убрать откидной столик, открыть шторку иллюминатора. На время взлета мы выключаем основное освещение. Благодарим за внимание. Now we ask you to fasten your seat belts, return your seat to the upright position, store your tray table and open the window blind. The cabin lights will be dim for take-off. Thank you. Господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to a flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened. Your seat is in the upright position and the tray table is stowed. We wish you a pleasant flight.
еще дали? Булочка порционная. Пюре сосиска, да? Ну-ка, открывай. Самый рацион. Гречку будем взять. Да. Так, господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened, your seat in upright position, and your tray table is stowed. Thank you. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.